А чё ж сразу не перешли? Бандос, я хэром. Выйдите на дверь. Сколько у нас? Раз, три, пять, семь. Раз, два, три. Отделение. Шесть, семь, восемь. Кто командир тут у вас? Нету? АД. Они бросили. Что, съебалось вас восьмерых оставил? А сколько у вас было? 6 числа. Сколько всего? 20 было? Все оружие сдали. Потом? Я смотрел. Бандос. Обыскали? Я смотрел. Хорошо, смотрел. Всего 21 человек. И где они все? Разбежались. Там командиры на машину посадились и уехали. Все. А что у вас педали разные? Что спиздило, это и носим. Мне привезли из Балаклии, по-моему. Отдали. Потому что таких, ну, ужас. А что решилось сдать? Позамерзало? А что нам делать? 10 дней. Мы с Волохова Яра, с этого, куда нам шел? Пешком? Пешком. Так вас там бросило? Да. И что, тут своих больше не бачили? Нет. Гражданку, мог кто-то переодевся. А как? Нет. Вот. Какая у нас гражданка? Вот это все, что у нас есть. Ну, что на позициях осталось, там херня вся. Да. Ну, кого были? Ну, кого были? Что вы такие затягивание, блядь, ебать? Ну, 11 день пешком идем. 6 числа мы. Спим под кустами. А нахуй вы вообще пошли, хлопцы? Куда? Сюда, куда? Домой. Домой шли в сторону. По направлению домой. Вообще 23 числа. Кто вас позвал? Нас посадили в автобусе. С работы повыгоняли, все. А где ты работа? На кузне. Просто выгнали, рассчитали, все, сиди дома. Вышел в магазин, все. Посадили в автобус, я в военкомате. Без медосмотра, без ничего. На шахте табельный номер закрыли. И все, иди. Работы нет. Я с тюрьмы вообще вышел, мать, сразу забрали, похуй. Служил, не служил. Даже паспорта нет, справа. Справка одна справа. То есть у вас даже некоторых документов нет, да, блядь? Нет. Справка об освобождении, блядь, и вперед и прямо она. Ну там есть. Я ебал ее в анал, дремал, шатал, поебывал, блядь. Не, ну... Границы перекрыли. Сдались, молодцы, блядь. Освободители, блядь. Столько людей, столько городов, столько судьб. Вы прошли, побачили, что натворил? Да, что мы не видели, конечно, видели. А 14-й год, что они освободили? А что за подразделение у вас? Пехот. А? 202-й полк, 2-й батальон. 2-я рота. Вторая рота. Постах держали. Привезли на позициях дальше, что окопы порыли, ну и стоит. Я понимаю, а это самое, сколько у вас там было? На позиции? Последний раз мы две кабинки на позиции. 27. Подразделение, сколько человек? Не получу. Вам не надо. Я вторая рота. А их придали. Вот нас здесь человек 21 человек, нас тут 7 раз. На позиции сколько у вас человек было там? 20. Ох, блин. 20. Отделение. Нет, 20-21 человек. Ну, может, 22. Я... Ну, вот, да. Ну, их как бы усилили. Часть забрали. Может, 24 человек. Ну, приблизительно, плюс-минус. Командиры сели, уехали, и все. А мы петли.